Если бы вас попросили охарактеризовать нынешнюю ситуацию в Беларуси в трех словах, какие бы слова вы выбрали? Я не знаю даже, что сказать. Это жесть, короче, что здесь творится. Сегодня в онлайн-гостиной LifeFit жена одного из бастующих Беларуськалия Екатерина Демкова. Здравствуйте, Катя. Мой первый вопрос будет о вашем муже. Расскажите, как он присоединился к стачке и какие им двигали мотивы? Но началось все, вы знаете, как-то 9 августа. Он ходил вместе со всеми на улицу, там, когда эта стачка у нас началась, он начал мне уговаривать. Отказывалась, потому что он говорил, что должен поддержать ребят, которые уже до него ушли в стачку. И, ну, я согласилась. Я хочу зачитать обращение Светланы Тихановской, которое она опубликовала 20 октября, и как раз среди других бастующих шахтеров она упомянула вашего мужа. Я процитирую ее слова благодарности. Она написала: «Я благодарю Антона Демкова. Он написал в книге выдачи заданий, что ушел в стачку по политическим мотивам». Мой следующий вопрос. Как отреагировали на такое решение ваши родственники и знакомые? Мама поддерживает, сестра поддерживает, мой отец тоже поддерживает. Расскажите про вашу семью. Какого возраста сейчас ваши дети? Как они переносят отсутствие отца? У меня трое детей. Две девочки и мальчик. Девочки старшие 7, младшие 4 и сын маленький. 2 года ему. Вот. Когда вот сейчас его, ну, задержали, то в интернете, ну, была информация, что его били. Мы со свекровью это обсуждали, и старшая дочь, получается, подслушала это. Вот, ну, и плакать начала. Еле успокоили ее, короче, сказали, что, ну, это неправда, но как ей скажешь? Не скажешь, что там били, что-то еще сказали, что это неправда. А тем папа, ну, папа, говорит, по делам. Держимает и как-то. Папа в командировку, Ева говорит, папа в командировку уехал, и все. Да, действительно, на официальном канале Стачкома 28 февраля была опубликована такая информация, что задержанных избивали. А была ли у вас возможность поговорить с Антоном после этого? Является ли это правдой? Мы не разговаривали с ним. Через адвоката. Вот адвокат была у него, вот, как их задержали. Вот она там. Может, на следующий день или через день она была. И он через адвоката вот передал, что у него все хорошо, все нормально, все. Но адвокат сказала, что он Антону фингал под глазом. Все, больше она ничего не сказала. Потому что она не видела, там, есть у него синяки, нету, она ж, ну, не раздевался. В сообщении на официальном канале Стачкома было написано, что после того, как их задержали, к семьям также пришли с обыском, без каких-либо постановлений. Произошло ли это с вашей семьей? Нет, к нам не приходилось. Если бы вас попросили охарактеризовать нынешнюю ситуацию в Беларуси в трех словах, какие бы слова вы выбрали? Я не знаю даже, что сказать. Это жесть, короче, что здесь творится, как наказывают, и у меня слов нет просто, чтобы эти вот мысли выразить свои или что-то там. По поводу контракта между Беларуськалием и крупнейшим заказчиком предприятия компании Яра, есть ли у вас какие-то новости, продлили ли контракт? Насчет контракта я вот точно не знаю, продлили, не продлили, но говорят, была вот проверка у них там какая-то, вот с Яра приезжали, они там опять что-то свое там наделали, и говорят, что рабочих, ну, вообще не пустили, были просто там вот такие вот со свечками. Переодеты и все. Для таких вот простых рабочих не пустили. Вы многодетная мать. Ваш муж сейчас не с вами на данный момент. Что для вас является самым сложным в этой ситуации? Мы 8 лет почти женаты. 8 лет. И как-то первый раз вот настолько вот на многом. Вот, один от одного. Как-то без него вот тяжело. И все. А так вот насчет помощи, ну, папа помогает, там родственники, короче, помогают. Это Антошкин мама, папа мой, да, вот девчата с Ночкомовские, это жены приходят. Тяжело. С момента вступления в стачку сколько раз он был задержан? Это вот второй раз. Первый раз он сидел 7 суток сидел. Сейчас вот уже
Его посадили, он отсидел почти 15, и был у него повторный суд. Думаю, еще 15 добавили сюда. А известно за что? Говорят, за неповиновение. Первая, 23-34 была статья, третья часть, наверное. А вот это вот, я не знаю, какая. А, и когда вы ожидаете, что он выйдет? 30 марта. Как справляетесь со стрессом? Я не знаю, как. Я, может, поначалу плакала, переживала. Сейчас как-то успокоилась. Письмо пришло, я ждала письма, получается, вчера еще ждала. Думала, может, в понедельник приедет. Письма не было, вот эти дни вот как-то трудновато было. Вот сегодня письмо пришло, как-то почитала, расплакалась. Что он тут пишет в письме? Говорит, пообщались с людьми, говорит, захотела жить за городом. Поэтому, говорит, выйду, будем обсуждать, возможность переезда жить за городом. Ну, так пишет, что я не знаю, к чему это он написал, что говорит, надеюсь, 30-го выйду, если ничего еще не добавят. Последний мой вопрос. Что бы вы пожелали белорусам, которые сейчас проходят через те же самые проблемы? Держаться. И верить. Верить, что это осталось там видно. И все вот это вот закончится. И хорошо будет.